Всем доброго дня, ребят, с вами Ира и Надя, вы на канале «Ехать или не ехать», и сегодня мы хотим рассказать вам о Шри-Ланке, точнее, о 5 местах, которые мы бы вам непременно советовали посетить на этом острове, особенно если ваш отпуск ограничен где-то 2 неделями. Этот остров довольно большой, и там действительно много мест, которые хочется посетить, но не всегда понятно, куда же туда стоит поехать, потому что информации в интернете много, отзывов много, зачастую они противоречат друг другу или где-то устаревшая информация. И мы выбрали вот эти 5 мест, которые, по нашему мнению, действительно стоят того, чтобы потратить на них эти драгоценные 14 дней. Мы выбирали эти места по своим критериям, мы ориентировались на природную красоту этих мест, а также на отсутствие большого количества туристов. И если вы досмотрите это видео до конца, мы расскажем об одном потрясающем месте на Шри-Ланке для самых, скажем так, отчаянных путешественников, но которое точно сделает это путешествие незабываемым. Лично мы, когда отправляемся в путешествие, очень важно для нас сочетать и пляжи, и то, что захватывает дух, то, что действительно впечатлит и что превратит ваше путешествие действительно в приключение, что дополнит не просто пляжный отдых, что сделает его действительно уникальным. И мы, исходя из этого, составили маршрут по этим 5 местам, исходя из того опыта, который мы получили за 3 раза посещения этого острова. И первым пунктом в этом маршруте, естественно, мы хотим вам предложить пляж. Куда без этого? Вы прилетели только что из другой страны, и первое, что вы хотите увидеть на Шри-Ланке, это, конечно же, пляж. Самый близкий от аэропорта и самый классный курорт, который мы бы вам посоветовали, это, конечно же, Бентота. Мы полюбили этот городок и этот курорт по нескольким причинам. Первое из них – это минимальное количество туристов и людей на пляже. То есть здесь вы можете действительно почувствовать дух Шри-Ланки, который веет именно непосредственно с океана, с огромнейшего пляжа, с потрясающе чистого пляжа, при этом и океана в том числе. Это лазурная вода, в которой вы увидите себя всего от начала и до конца. И можете гулять часами по этому пляжу, и 100%, ну, как бы, будет еще долгое, большое количество времени, чтобы его изучить. Посередине этого V-образного пляжа есть прекрасный оазис, на котором вы можете спрятаться от солнышка и при этом наблюдать всю красоту океана. А также это отличное место для начала занятий серфингом, потому что волны здесь не такие большие, а также цены довольно, скажем так, демократичные по сравнению с той же Мерисой, где более развита, ну, инфраструктура. Здесь есть инструкторы, и цены, я думаю, вас приятно удивят. Мы много раз слышали о том, что Бентоту считают курортом для людей пожилого возраста. Ничего подобного мы здесь не увидели. Да, здесь есть пожилые люди, но кроме этого здесь есть и молодые люди. Но, скорее всего, этот курорт и это видео подходят именно для тех, кто любит просто релакс и спокойный отдых. Если вы любите тусовку, то просто мотайте дальше, ищите то, что вам действительно подойдет на просторах интернета и YouTube. Бентота – это такой маленький городочек рядом непосредственно с самим пляжем. И здесь, если вы рискнете и пойдете пешком прогуляться, то получите свою долю колорита, прекрасных эмоций, ощущений, фотографий в том числе. Кроме того, в Бентоте есть довольно много кафешек, всяких сувенирных лавочек и продуктовых магазинов, где вы можете запастись фруктами и прочими какими-то приятными ништяками. Но основные кафешки находятся вдоль реки, и также на реке вы сможете найти для себя большое количество всевозможных развлечений водных и речных. Нас лично притянуло такое впечатление, как прогулка по мангровым лесам. Здесь вы можете отдохнуть даже от того количества людей, которые присутствуют в Бентоте, погрузиться в природу, в потрясающие вот эти хитросплетения растений. Ну, это просто непередаваемое ощущение, которое вы получите. Фактически private tour у нас был, то есть мы были только вдвоем на лодке, да. И это стоило 1500 рупий. Да, но все на самом деле зависит от того, насколько вы умеете торговаться. Мы, если честно, не умеем, поэтому это бы стоило 1500. Я думаю,
Те, кто умеют это делать, могут торговаться еще дешевле. Да. Ну и первые 5 дней своего отпуска мы советуем потратить именно на пляж, чтобы насладиться им в полной мере, а после отправиться в городок под названием Элла. Он находится в центральной части Шри-Ланки. И этот городок действительно стоит того, чтобы туда доехать, хотя из Бентоты его потратить на это, ну, порядка 6 часов, но не стоит пугаться этих расстояний, потому что если вы действительно хотите увидеть что-то стоящее на Шри-Ланке, вам нужно быть готовым к этому, ну, к такому количеству часов в дороге, потому что все-таки остров довольно большой. Элла – это малюсенький городок, на самом деле это деревенька шри-ланкийская, но она обладает какой-то магической атмосферой, которая притягивает к себе большое количество людей. И там много туристов, в большинстве своем европейского характера туристов. Но при этом он не отталкивает, он обволакивает и втягивает. И мы были там дважды, и дважды мы были от него в восторге. Каким образом здесь можно себя развлечь и ради чего вы, собственно, приезжаете в Эллу? Первое – это встретить рассвет на одной из вершин. Это либо Элла Рок, либо Малый Пикадама. Также здесь же находится 9-арочный мост. Это потрясающее сооружение, оставшееся еще от английской колонии, которое словно погружено в зеленую листву и в зеленые джунгли. И сочность того, что вы увидите, останется в вашем сердце 100%. Еще стоит заметить то, что Элла довольно европеизированная деревушка. То есть, хоть она очень маленькая, но там очень много приличных кафешек. Даже есть кофейни, что для Шри-Ланки это вообще, если честно, нонсенс. Практически там больше нигде мы кофейни не видели, кроме разве что в Коломбо, наверное. Ну, может быть, в Канзе. Ну, в общем, это действительно уникальное явление. Сооружение. Это уникальное сооружение кофейни. И мы советуем заложить на посещение дня 3-4. И один из этих дней посвятить третьему месту, которое мы вам советуем. Это чайные плантации на Липтон-Стит. Куда без них? Это же Цейлон. И первое, что вы делаете, когда... Ну, как нам кажется, мы так делали 100%, когда ты едешь на Цейлон, ты забиваешь, собственно, в поисковике, где найти, посмотреть чайные плантации все-таки. Есть два места, которые советуют, это Новорелия и Липтон-Сид. Мы побывали и в Новорелли, и в Липтон-Сид, и Липтон-Сид нас действительно восхитил. Расскажем, почему. Потому что здесь, въезжая на территорию, да, собственно, вот этих всех плантаций, вы сразу же, ну, я не знаю, в течение 2 часов вы постоянно видите различного характера, вида, зелености, или как это еще сказать? Бескрайние холмы чайных плантаций. Да. И это просто вот невероятно. Вот то, что вы видели там в детстве в рекламе или на коробках с чаем, вы видите это вживую, это действительно просто захватывает дух. Это невероятно красиво. А кроме того, мы туда приехали не на рассвете, как советуют многие путеводители, мы проспали, если честно. Мы туда приехали днем, когда большинство туристов уехало, и уже немножко заволокло вершины облаками, но они даже не мешали, потому что добавило такой прохлады, потому что фактически мы входили прямо в облака и прям чувствовали росу у себя на лице, но они не закрывали чайные плантации, и вместе эта картина просто сносила башню. Это невероятно было красиво. Да. То есть сам маршрут, каким образом мы предлагаем вам выстроить в Элле? Первый день вы приезжаете, вы посвящаете время дороги, вечером отдыхаете. А на следующий день, точнее на утро, в 4 утра где-то приблизительно, вы встаете и отправляетесь на одну из вершин, это Элла Рок или Малый Пикадам. Встречаете там рассвет, это действительно потрясающее зрелище. Дальше днем вы идете на 9-арочный мост. Вечером опять же отдыхаете или вечером можете туда отправиться, это как вам хочется. И третий день вы посвящаете как раз целый день поездки на Липтон-Сид. Четвертый день – это, опять же, дорога. Отъезд. Да. Ну а далее мы советуем вам отправиться в еще одно место, которое также символизирует Шри-Ланку. Это место называется Удавалава. Это национальный парк, где вы можете отправиться на сафари. Самое популярное сафари на Шри-Ланке – это национальный парк Яла. Но именно это мы, опять же, не советуем для вас. Почему? Потому что сейчас это стал настолько популярный
скажем так, пункт назначения mm-hmm. для всех туристов, что их становится настолько много, что животные все убегают. Огромнейшие пробки в самом парке даже уже непосредственно. И вы заплатите огромное количество людей, но не получите того, ради чего вы, собственно, приехали сюда. Это не близкий путь на самом деле. Да, не дешевое удовольствие. Да. Поэтому мы советуем именно парк Удавалава. Там еще не такое огромное количество туристов, и мы видели слонов, вот диких слонов, прям вот на расстоянии, можно сказать, вытянутой руки, и это просто вызывает детский визг, восторг и невероятные эмоции. Если честно, я не ожидала, что они будут именно такими, потому что, ну, казалось, что сафари это такое себе развлечение, что я слона как бы в зоопарке не видела, но поверьте, это просто стоит один раз в жизни пережить и увидеть слонов в их естественной среде обитания, то есть не в клетке, не на цепи, а вот с семьями, как они там гуляют, этих маленьких слонят, которые там, не знаю, кормятся у водопоя. Ну, в общем, просто езжайте, это невероятно было, просто да. Невероятный экспириенс. Даже то, как вас будет трясти в самом джипе, сам джип – это уже приключение, это очень классно. Вот. Ну а мы остановились и выбрали специальный отель, в котором было уже включено полный пансион и само сафари. Почему мы так сделали? Потому что мы не хотели после переезда тратить время на поиск, где подешевле, где лучше и так далее и тому подобное. Мы точно хотели быть уверены, что на утро, на следующее мы встанем, нас посадят в джип, и мы поедем. И действительно, так оказалось, мы были в джипе только вдвоем. Mm-hmm. То есть на каждого, скажем так, на каждого гостя, если это пара, то вы вдвоем будете ехать. И, то есть вам не нужно вшестером наблюдать за этим зрелищем, а иногда это люди мешают. Да, ну и тем более вы точно будете знать, сколько будет стоить, собственно, сам сафари, mm-hmm. потому что, ну, как бы некоторые водители имеют свойство задирать цены, особенно если это высокий сезон, большой наплыв туристов. Mm-hmm. Ну и после того, как вы попутешествовали по центральной части Шри-Ланки, можно снова отправиться на пляж, последний пункт назначения, но не по значимости, скажем так. Да, потому что Тангали, а именно туда мы хотим вас отправить, самое для нас потрясающее место на Шри-Ланке. В Тангали немножко присутствует такое ощущение, как будто ты попадаешь на необитаемый остров, mm-hmm. потому что действительно на километр пляжа вы встретите, ну не знаю, 4 других туристов, кроме вас. И там на самом деле очень мало инфраструктуры, то есть, скорее всего, вы сможете поесть только в своем отеле или, может быть, в каком-нибудь маленьком кафешке на берегу, но их действительно очень мало, но кому-то это может быть минусом. На самом деле в этом месте столько плюсов, которые с лихвой покрывают вот это отсутствие, скажем так, каких-то бонусов цивилизации, и мы советуем закончить свой отпуск именно там. Это пляжи, по которым вам хочется бесконечно гулять, бесконечно вот этот бурлящий океан смотреть, наблюдать. Там не везде можно плавать, есть заводи и лагуны, в которых это можно делать. Но в основном здесь, может быть, даже иногда океан не безопасен для купания. Но по какой-то причине именно здесь очень много вдохновлялось поэтов, mm-hmm. писателей, художников. Это просто природа, которая тебя забывает забыть обо всем и погрузиться в некую негу, отдохнуть от городов, от того, что есть вокруг вас, и действительно погрузиться во что-то большее внутреннее и в том числе внешнее, которое пропитывает вас до конца, и вы 100% приедете и отдохнувшими, и счастливыми. Ну, на самом деле, вы первые несколько дней, вы, возможно, испугаетесь и подумаете, зачем я сюда приехал, тут никого нет, ничего нет, и, ну, собственно, что я буду здесь делать. Но по истечении нескольких дней вы поймете, пропустите через себя все то, что там происходит. И не захотите уезжать. Не захотите уезжать 100%. Ну и, как обещали в конце, мы рассказываем про место, которое точно оставит незабываемое впечатление вам об этой поездке. Оно подходит, скажем так, не для всех, а скорее для физически больше подготовленных людей. И... Хотя, надо сказать, мы не то чтобы готовились к этому физически. Ну, если вы готовы в это вкладываться, скажем так. Ладно, не будем вас долго томить, это пик Адама. Пик Адама, для тех, кто не знает, это гора высотой
в 3000 с чем-то метров, сейчас точно не будем вас обманывать, и 7000 ступенек ровно прямиком вверх. И на вершине этой горы находится небольшой храм, где по легенде расположен священный след ноги Будды или Адама, который впервые ступил на землю именно в этом месте. И это место паломничества, соответственно, для местных людей, ну и в том числе для очень многих туристов, которые хотят пройти этот путь. Обычно восхождение происходит ночью, то есть часа где-то в час начало тропы начинается, и вы постепенно начинаете подниматься по лестницам, которые постоянно меняют свой размер, постоянно меняют свой угол, и чем выше, тем он сильнее. Но вы можете хоть каждые полчаса отдыхать, главное, чтобы вы успели к рассвету прямо на вершину. И не советуем вам, первое, подниматься на вершину раньше рассвета, то есть где-то 5-5:30, лучше уже отсидеться в какой-нибудь кафешке внизу. Ну, кафешка, это громко сказано, там есть на тропе небольшие палаточки, где вы можете что-то перекусить, согреться чаем, попить воды и просто перевести дух. И действительно, лучше переждать время там, потому что на вершине очень-очень холодно. И это действительно так, мы вас не обманываем. Очень многие не верят, когда вы едете на Шри-Ланку, где плюс 30 и выше, вы не думаете, что где-то есть минус или хотя бы плюс 5, но это, вы представьте, плюс 5 это холодно, это прибавьте сюда ветер, пронизывающий на вершине, и вы получите огромное впечатление, и плюс еще босиком по мраморному полу, и вы поймете, что сюда нужно одеваться очень тепло. И здесь на самом деле все будет зависеть от того, на что настроены вы. Либо вы к этому относитесь как к приключению, либо вы к этому относитесь, какой я крутой, я сделал это и поднялся на вершину пика Адама, либо вы действительно внутри для себя что-то хотите, ну, скажем так, трансформировать, возможно, потому что, поднявшись на вершину, вы можете загадать желание, вы можете, пока идете по ступенькам, подумать о чем-то, освободить себя от каких-то проблем, потому что голова 100% освободится от лишнего, что мешает вам подниматься каждый раз на ваши вершины, достигать каких-то своих целей. Именно для этого это потрясающее место. Да, поэтому мы не стали значить это место 105, а, скажем так, задание со звездочкой. Да. Для тех, кому, ну, действительно это надо, потому что если у вас не стоит такой целью, такой задачи, вы просто потратите время, очень много сил, и, ну, прям, скажем, пожалеете, что туда поехали. Но если что-то у вас отзывается на этот рассказ, то непременно туда езжайте. Ну и, пожалуй, на этом все на сегодня, ребята. Это был наш небольшой маршрут для вас, который вы можете применить для своего путешествия на Шри-Ланку. Или добавить, убрать, сократить его, как вам больше нравится. Надеемся, это было для вас полезно. И надеемся, что это максимально сократит ваше время в поисках того, куда ехать или не ехать на Шри-Ланке. Ну а мы увидимся с вами в следующем видео, ребят. Пока!